Поэтому, так сказать, то, что многие думают, а, типа, вот Левашову легко говорить, легко быть храбрым, да? Вот взял и говорит то, что он думает и так далее. А у него есть своя защита и тому подобное и так далее. Ну, я действительно говорю храбрым. Но начиная еще с того, когда первый раз меня пытались выбирать, я еще тогда не знал, потому что никогда не проверял, как моя защита работает. Я просто предполагал, что должно срабатывать. И когда подо мной начали взрываться там то-то, все пятое-десятое, я только предполагал, что смогу эти ситуации взять под контроль и не допустить их. Но пока мне удавалось. Пока мне будет удаваться, пока я нахожу решение вопросов, они не смогут меня убрать и достать. Но вопрос, пугает мне это, что могут что-то придумать? Да нет. Потому что я знаю, что я на войне, что я воин. Я считаю себя так, по крайней мере. А война есть война. Поэтому для меня это не является пугающим моментом. Ну, многие хотели пройти такую практику на собственном опыте. Желающие есть? Рук поднятых не вижу, странно. Да нет, для того, чтобы пройти, это нужно, понимаете, малейшая ошибка – смерть. Вот здесь вот важно не делать то, что тебе кажется. Вот если не научитесь сканировать то, что есть на самом деле, а, извините, сканировать приходится, не когда ты сидишь расслабленно, пьешь чаек, плюешь в потолок, а когда в тебе яд, к примеру, действует, и каждую секунду твои силы уходят, и ты собираешь всю силу воли, чтобы не грохнуться на пол. Потому что, я не люблю показывать такие вещи. И вот в это время, продолжая мило беседовать с всеми остальными, улыбаться, ты ищешь причину, что же тебя убивает. И у тебя есть на это несколько секунд. Вот здесь вот, если ты неправильно проанализируешь, как в игре компьютерной, перезагрузиться не получится. Да, так сказать, это не значит, что я, если ошибусь, так сказать, я перестану действовать, даже потеряв физическое тело, так как Светлана, потеряв физическое тело, она не перестала работать, она продолжает работать. Просто, конечно, вот так вот, как сейчас я с вами взаимодействую, действовать, она уже не может. Но она продолжает работать. То же самое я, если когда-то я не соображу быстро и не успею придумать, что так далее, и они все-таки будут иметь success, то есть успех, то, так сказать, естественно, это не значит, что я прекращу работу. Но пока они этого не добились, я это делаю. Так что вот, чтобы было понятно насчет того, что Левашов легко говорит, у него есть защита, которая его защищает. Эта защита создается в боевых условиях. Thank you.
собираетесь ли вы баллотироваться на пост президента? Собираюсь ли я? Ну, во-первых, неважно, собираюсь ли я или не собираюсь ли я. Это вопрос второй. Для того, чтобы даже баллотироваться, нужно, чтобы кто-то захотел, чтобы я был президентом. Я не могу сказать, вот знаете, я хочу быть президентом. Даже если, во-первых, если честно, я не хочу быть президентом. И ни страны, и ни мира, и ни галактики, по многим причинам. Но, к сожалению, если действительно найдутся люди, которые считают, что это нужно, и, в принципе, это, опять-таки, я не могу себя заявить, что я хочу президентом быть. Во-первых, действительно, я не хочу, но если ради блага людей, если люди посчитают, что это я достоин это, то могу сказать, что я готов взять в руки дела, привести страну туда, куда нужно, с моей точки зрения. Может быть, это звучит громко, но у меня есть опыт побольше, чем масштабы нашей планетки. Конечно, для других людей это не доказательства, не доводы, но, честное слово, это последнее, чем я хотел заниматься. Но если некому другому выгребать навоз из конюшни, кроме как меня, например, в данном случае, используя то, что я могу делать то, что многие другие не умеют делать, то нужно делать и это тоже кому-то, правильно? Несмотря на то, что это противоречит всем моим мечтаниям и так далее, что бы я хотел бы делать. Но если не, если не удастся, если нужно для того, чтобы наша страна возродилась и стала тем, какой она должна быть, что для этого нужно, чтобы я что-то делал в этом отношении, не только то, что я уже делаю, то, в принципе, если нужно, и я-то всегда готов взять ответственность и делать то, что я делаю. Не потому, что это мне принесет какие-то прибыли или да, там, в пользу, кроме, так сказать, очередных войн, понимаете, мне это ничего не даст. Но я не боюсь ничего ответственности. И, к сожалению, вот я вижу, что происходит. И вижу, что некоторые не понимают, что нужно делать, а другие вообще враги, а третьи не могут. Правильно? Или не имеют возможности, что их не позволяют им делать. Но мне сложно не позволить что-то сделать. Пришла трагедия. Трагедия даже не российского масштаба, планетарного масштаба. Ушел человек, боец, воин. Да, человек, который за 5 десятков лет подготовил удивительные труды. Труды, которые и наше, наверное, поколение не сможет понять. Ну, часть уже, так сказать, действительно преподается очень узко. Но широко, наверное, это поколение не устроит. Не сможем мы этого понять. Вот. Это столб. Столб не только, как в одном из трактатов, да, на Алтае пишется о нем. Это человек, который может стать елой на столе и охватить все наши вселенные 50, которые существуют вокруг нас. То есть человек очень большого ранга. И думаю, что с этим он не ушел. Он очень часто повторял, что я готов уйти, когда Светлана ушла, так сказать, он очень переживал, да, и хотел. Ну, удалось вот остановить до тех пор, пока вот он сам не принял решение. Но он сказал всем, и тем же паразитам, которые здесь, на этой планете существуют, что я уйду, но вместо меня придут десятки миллионов. И эту программу он заложил, и она сейчас начинает выполняться. Поэтому думаю, что он будет всегда на нашей планете, ну, по крайней мере, курировать ее. Поэтому слава этому человеку, да, слава его душе, да, нетленной. Вот. Ну и по телу мы, конечно, действительно скорбим, и насколько можно, мы будем все это помнить.
ушел из жизни. Ну, мой младший брат, хоть он не любил это слово «младший». Он с детства был не от мира сего. Ему было все равно, в чем он дед. Он любил животных, он любил биологию, он любил рисовать, он лепил. У него редкий октавный бас, кто знает. Он всю жизнь жил для других людей. И по жизни был очень скромный. Он очень любил цветы, любил орхидеи, любил розы и вообще цветы, да. В нашей жизни было разное толкновение, с чем-то мы сходились, с чем-то наши мнения расходились, да. Но он оставался хорошим сыном, он оставался хорошим братом для меня, для сестры. Он оставался заботливым дядей для племянников. Он хорошим был мужем. Он был настоящим мужчиной и настоящим воином. Я благодарен всем друзьям, соратникам движения. Я благодарен организаторам прощального дня. Я не вижу здесь безучастных лиц, я не вижу здесь зевак и паразитов, да, потому что он всю жизнь с ними боролся, здесь искренние друзья. И то, что он сделал, понимаете, это вот здесь говорили многие, что оно будет жить. Его сущность еще была и будет, да. К сожалению, он не слушался иногда там, да, то есть и предвыборная кампания. Он даже в последнее время старался избегать общения, даже со мной, в последние полтора года мы с ним намного сблизились, потому что он жалел меня. Я благодарен еще раз всем и надеюсь, что то, что здесь было сказано, будет продолжено. И, честно говоря, это вот за последние три дня я с некоторыми участниками движения познакомился поближе. Я вижу, что это добрые, чистые люди. И спасибо всем, кто пришел. И спасибо, пройдите последний путь. Последний путь здесь, да. То есть то, что я думаю, что для него всего жить было, это борьба. И у Шарабина есть хорошие слова, там, лавры не крест, есть устремленные человеческие души. Но люди глубоко влюблены в печаль. Я не хочу, чтобы здесь печалились. Я понимаю, что слезы – это просто, да, моя слабость, но это искренне. И я считаю, что его дело будет жить. И спасибо большое всем вам. Vieškelius su žmonėmis, nubarstytus gėlėmis, vaiko man dienas padėk su mažu langų žvaigžda, su mažu langų žvaigžda, man padėk. Скоро прелуку при
priglausk, žemės veidą man atspausk, ant širdies, ant širdies, žemės tyla man uždėk, žemės tyla man uždėk, ant širdies. Oi, nieko neturėsi, tai uždėk minčių man šviesą, Klygiskausmo užsimet ir akis tu man privert, man privert.